А, нет, это, по-моему, другая группа уже. Какой-то рингтон, как будто. Чего так все out of tune-то, блин? Ты все как у Леос пошел. Гитары косят между собой тоже. Дядя, что ты делаешь? Ты зачем? Какой смысл в такой песне? Я вообще не понимаю, какая художественная ценность. Просто набор бреда. Отборного бреда. То есть чувак ноет какую-то херню. И другой сзади какой-то. Просто какая-то, ну, вообще. Неужели это считается, как это даже называется? А, еще, видимо, frame by frame. То есть, видимо, песня. И она какое-то даже место занимает. Какой же... Вот сколько в жизни разной музыки, да, ну и сколько есть вообще какого-то бреда просто отборного. Ну кто-то этот бред слушает, какие-то комментарии, здесь 3700 лайков, что здесь пишут? A Play Studio version of Metin Grand Maestro, типа, чё? The best band sounds, just good life, типа, короче, понятно. The virtuosity of the stage is... Понятно, блядь, virtuosity. I'm amazed by how powerful... Вот, блядь, вот этот комментарий вы должны просто увидеть. То есть, видимо, я, наверное, типа поражен, насколько же мощная эта песня. Даже тюгатка, стоп. Типа, слишком хорошая, я не могу остановиться слушать ее. Да. I could listen to this every day for the rest of my life. Блин, ну, если у человека настолько плоха жизнь, что он готов до конца ее слушать, эту песню... Я не знаю, что с людьми происходит. Ну вот эти ребята, они, собственно говоря, и выбирают условно какого-нибудь Хэммита, типа там первое место в журнале, какой-нибудь гитар-журналист. Все, короче, самый известный, самый крутой и так далее. Просто жесть, абсолютная. Такая просто дерьмотятина какая-то, нелепая, позорная, жуткая, фальшивая, нестроящая, не имеющая смысла вообще просто. Потом пишет, блеет как осел. Ну вот именно вот так вот, да. Бля, ну Кингсом засрать. А, блядь, мне на имя насрать, я вообще не понимаю, что это за имя. То есть я включаю, как бы, и понимаю, что это просто набор бреда. То есть, который делается вот просто элементарно. Ты берешь аккорды какие-то, желательно, да, какие-то, может, там более проговые какие-нибудь сусики брать, и просто. И все. Вот это дерьмотятина, и если ты это называешь, допустим, типа. Я не знаю, там, Ваня Подвалкин, и выкладываешь, все засрут, ты мудак, что ты за говно сделал? А если ты это называешь King Crimson, о, да, то кто-то придет и пишет, типа, я готов, типа, слушать просто For the Rest of My Life. И придут вот такие вот челики, да, и будут говорить, типа, King Crimson засрал, ты что, блядь, мне насрать на имя, на какие-то чины и звания, я включаю, и понимаешь, это просто отборная дресня, просто бессмысленная, нелепая, возня, сраная, фальшивая, просто говнище, извиняюсь. Ну, объективно говнище. Есть спорные там какие-то вещи странные, но это просто, блядь, сука, бред вообще. И, типа, просто, блядь, я реально, короче, все, я разбомбился. Очистка нужна. Чем там очиститься, я не знаю.